Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Вот здесь очень интересные улицы. Но такие узкие, что на таком большом джипе сложно. Надо пешком лучше ходить на таких. В Тбилиси из Риги мы прилетели ночью. Наши гиды Гия и Дато встретили нас в аэропорту, и мы начали свой тур по Грузии с ночного Тбилиси. Смотри, ресторан работает. Белый Дриан. Да, сейчас 5 часов и работает. Здесь все работает? У нас есть такие супчики, которые называются похмельными. Вот в это время как раз начинают на похмелье сюда ходить. Это такой острый, с чесноком, с лимонным соком. Такой бульонный. Почему я просто раз не попробовала его? Не было похмелья на выходе? Как не было? Каждый день? Так у нас ящик. Раз уж начали с похмельного супчика, так давайте познакомлю вас с грузинской кухней. Такую натуральную еду, как в Грузии, мало где найдешь. Все, что вы видите на картинках, и еще многое я попробовала. Национальная кухня Грузии – это одна из главных достопримечательностей страны. Блюда здесь настолько вкусные, аппетитные и разнообразные, что вряд ли кто-нибудь сможет остаться безразличным. Одной из главных характеристик национальной кухни в Грузии считается контраст пряного и острого. Что касается основных горячих блюд, то количество всевозможных мясных блюд доминирует. Тем не менее, широко используются и овощи, как в качестве самостоятельного блюда, так и в качестве дополнения к мясным. В грузинской кухне вы сможете заметить широкое использование грецких орехов, а также зелени, как свежей, так и сушеной – кинза, базилик, эстрагон, чабер. Грецкие орехи добавляют в приправы, соусы, мясные супы, кондитерские изделия. Большинство блюд и напитков грузинской кухни были придуманы в древнегрузинских государствах Иберия, Колхида и Диаоха во втором тысячелетии до нашей эры, и впоследствии они практически не менялись. Многие из грузинских блюд, такие как цыпленок табака, харчо, хачапури, широко известны в мире и стали интернациональными. Значит, это вот американский вашникерс. Грузинский вариант, но здесь есть только самые-самые здоровые продукты. Это сок из биодинамического винограда, орех, грецкий орех, биодинамическим методом ухаживаем. И самое главное, там еще есть мука из косточек винограда добавляем. Из вот этого коллекционного виноградника. Именно в косточках, самые богатые продукты, минералы, витамины, которые виноград содержит. Это абсолютно здоровый продукт. Это в аптеке нам надо. Вместо поливитаминов в аптеках, что вот эта всякая химия, синтетическая химия, поливитаминов и так далее, то надо это продавать. В Грузию однозначно следует поехать не только для того, чтобы познакомиться с этой прекрасной страной и людьми, но и для того, чтобы попробовать простые и в то же время изысканные блюда грузинской кухни. Подпишитесь на мой канал, смотрите, узнавайте новое, набирайтесь оптимизма и предлагайте мне новые темы. Ваша Зажигалочка.